Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, восьминог бесконечности, глава секты абсолютных скептиков. Сейчас мы будем разбирать, что такое абсолютный скептицизм. У нас сегодня полноценная лекция с тотальным разбором. Честно скажу, лекцию готовил довольно халявно. У меня уже есть статьи по этому поводу, и мы просто разберем все статьи. Просто вот, как бы вам сказать, вообще досконально разберем все вещи, чтобы у вас никаких проблем по поводу абсолютного скептицизма после этой лекции уже не было. И никаких, соответственно, особых вопросов по этой теме тоже, ну, не оставалось. То есть, давайте полностью разберем эту тему. Одна из главных статей по данной теме – это «Пролегомены к скептицизму и скептической ортодоксологии». Вот. Для многих людей скептицизм является тем течением философии, которое оказывается довольно трудно уловить, и это не странно, по той причине, что, в принципе, большинство людей не знает, что такое нормальное, полноценное, целостное сомнение. То есть, у всех есть сомнения, подвластные чему-то, то есть, сомнения, возникающие из их точки зрения. Например, вы христианин. И вы проявляете сомнению, подвергаете сомнению то, что является нехристианским, например, да, какой-нибудь там ислам иногда подвергаете сомнению. То есть вы не всегда уверены, что ислам это ложь, но при этом можете подвергать сомнению что-то, исходя из вашей пресуппозиции, соответственно, да. У вас есть определенное предпонимание, и вы из него исходите и подвергаете что-то сомнению. Скептик работает, сомнение скептика работает по другой вообще как бы формуле. Оно просто само по себе сомневается. Так вот, дело в том, что люди, в принципе, не понимают, что означают сомнения. Да, все это сказано. Ладно, поехали. Нас больше всего, ну, это я все привел только что, не будем повторять. Нас больше всего интересует, а что такое вообще скептицизм? Как отличить скептицизм от нескептицизма? Да, давайте я уже сниму капюшон, хватит клоунады. Да, поехали. Так вот, сущность скептицизма довольно проста, но перед тем, как понять, что такое скептицизм, нам нужно ввести понятие догмы. Начнем с простого. Трудно представить себе человека, который живет без догм. Почему? Потому что всякая догма — это убеждение. То есть, ну, догма — это буквально в переводе с греческого мнение, учение и так далее. Вы не поверите, да? Античные скептики и я, в принципе, принимаем это определение, соответственно. Что, наверное, тоже роднит нас. Всякое убеждение есть догма. Еще раз повторили. Всякое убеждение есть догма, просто по определению, просто вот так сложилось. Мы сейчас не учитываем христианское понятие догма. То слово догма, которое сейчас используется, да, мы используем слово догма, мнение, там, не знаю, вот это вот все, в каноничном таком изначальном смысле, не касаясь всех исторических перипетий. В нашем случае, например, христианская догма — это просто частный случай общей догмы, да, это определенная разновидность убеждений. Но здесь никаких проблем, по-моему, не возникает. Дело в том, что у всякого есть убеждение, и даже у самого абсолютного скептика будут появляться те или иные убеждения. Понимаете, в чем дело? То есть нет такого скептика, который бы существовал вообще без убеждений. Тогда в чем скептик отличается от догматика? Давайте попробуем узнать. Различий выделено 4. 5 различий выделено в главе, в статье. Во-первых, он может входить в состояние скептицизма, в котором у него нет никаких убеждений. Вот. Догматик не может входить в состояние скептицизма, в котором у него нет никаких убеждений. А скептик может. Просто. Скептицизм — это именно состояние, а не какое-то полноценное учение, установка или сущность, например, да, то есть скептицизм, по сути, это вот такая вот временная вещь, то есть скептик не всегда обязан сомневаться буквально, и никогда не обязал себя, если что. Ни античные скептики, ни современные скептики, там, ни шедевисты, никто. Никто себя не обязует сомневаться вот без останон стопом всю жизнь. Это невозможно. Ну, наверное, невозможно. Скорее всего, реально, действительно, это невозможно. Просто запомните, скептицизм — это состояние. Причем состояние, в котором у вас нет убеждений. Все.
причем состояние, в котором у вас нет убеждений, при этом находящее, ну, как вы можете его воспроизводить, находясь в осознанном состоянии. То есть, вот сейчас вы меня смотрите, вы там не во сне, вы не, у вас никакие не глюки там идут. Вы не вырубились, вы не в коме, да, в коме у вас, скорее всего, тоже никаких убеждений нет. Но при этом вот вы в сознательном состоянии сейчас могли бы лишить себя буквально всех убеждений, в том числе тех убеждений, которые отвечают за ваши естественные потребности. Вот в данный самый момент сможете, вы скептик уже, в принципе. Во-вторых, скептик сомневается не по наитию догмы, не по учению скептицизма, а буквально просто так. Ну как просто так, это его естественная такая установка получается. У него нету причины для сомнений. И сомнение не является даже самопричиной. Ну просто человек избавляется от мнений. Тот, кто может и умеет избавляться от мнений, тот уже по сути является скептиком. А тот, кто методологически еще с этим работает, тот, ну действительно, настоящий скептик, по большей степени скептик. Скептицизм, естественно, проистекает из плюралистического опыта скептика. Дойти до такой естественности довольно трудно, а потому многим трудно ее понять. Соответственно, да, многие люди хотят, чтобы скептицизм работал точно так же, как там христианство, наука, вообще любая догматическая установка. Мол, у нас есть определенные исходные постулаты, в которые мы свято верим, а из этих свято, из этих вот постулатов, в которые мы свято верим, мы, собственно, уже выводим дальнейшие наши позиции. Скептицизм работает не так. Он ничего из ничего не выводит, по большей части. Тут очень важно заметить вот это вот отсутствие вывода чего-то из чего-то. Просто его нет. Оно просто пропадает. Если вы скептик, у вас это, в общем-то, пропала необходимость выводить что-то из чего-то. Здесь все довольно тоже крайне просто. Просто, опять же, из-за этой простоты тотальной люди все равно не могут понять, что это такое, что за скептицизм, почему он. В-третьих, отличие скептика от догматика. Скептики не столько воздерживаются от суждений, как написано в античных книгах. Они воздерживаются именно от убеждений. В скептицизме существует четкая разница между высказыванием и убеждением. То есть высказывание – это одно, убеждение – это другое. Ну, например, скептик говорит «яблоко зеленое». Для человека обычного это будет значить, что он реально считает, что яблоко зеленое. На самом деле яблоко может быть и красным, и оранжевым, и фиолетовым. Это просто высказывание. Это просто высказывание, произнесенное в рамках определенной языковой игры, допустим, определенной традиции, чего угодно. То есть мы можем рассматривать это как все, что угодно, да? А может быть даже и яблоко было, например, красным, а не зеленым. Он просто сказал, яблоко зеленое. Это просто отдельное высказывание. Высказывание ничего не значит. Измеряется здесь именно убеждение. Если человек верит в то, что он говорит, ну то есть, например, человек реально верит в то, что существуют законы природы. Это убеждение. Человек верит, что научная методология работает. Это убеждение. Человек не верит ни во что из этого, но может пользоваться терминами, высказываниями и формулировками, которые делаются, например, учеными. Но он скептик тогда все равно. Несмотря на то, какие утверждения он произносит. Тут, в принципе, тоже никаких сложностей быть не должно. Просто по какой-то причине люди радикально не могут в голове у себя разделить убеждение и, в общем-то, утверждение. Да, бывают такие люди, поехали дальше. В-четвертых, в скептицизме нет ни одного запрета. Ну и ни одного ты типа должен тоже нет. То есть в том числе нет запретов на действие, бездействие и утверждение. Скептик может говорить все что угодно, это не опровергает его скептицизм. Надо лишь не быть убежденным в утверждениях, чтобы сохранить статус скептика. В этом смысле скептик отличается от того же агностика. Агностик искренен в своем отрицании познания. Он верит в то, что познание невозможно. Скептик не верит в то, что познание невозможно, если что. Это тоже очень важно, мы об этом еще поговорим позже. Кроме того, в скептицизме нет долженствований никаких. То есть вы не можете сказать, скептик не говорит вам, ты должен сомневаться, тебе надо сомневаться, нужно во всем сомневаться, да? Это не скептические фразы совершенно. Вот и все. На самом деле, скептическая школа никогда не отличалась тотальным завоевательством, которое свойственно другим школам, большей части других школ, так скажем.
То есть распространять скептицизм – это не то, чтобы основная цель скептиков, и не то, чтобы скептик может представить себе мир, в котором все являются скептиками, знаете? Здесь тоже очень такое глобальное различие от догматиков, потому что догматики по большей части хотят видеть, чтобы люди вокруг них были похожи на них самих. Христиане хотят христиан, чтобы во всем мире желательно были христиане. Буддисты хотят, чтобы во всем мире были буддисты. Сайентисты, любители науки, хотят, чтобы во всем мире были ученые. Да? Ученые, сайентисты, умные, образованные и так далее. Люди, образованные наукой. Скептики этого не хотят. Ну, они не хотят обратного, наверное, и, в принципе, здесь все так получается тоже неосновательно, без тезиса, без утверждения. Скептицизм и здесь оказывается чист. В-пятых, скептик — это не столько человек-бог, который не имеет никаких убеждений. Скептик — это человек, который может фиксировать свои убеждения и бороться с ними. То есть, да, у скептика могут появляться убеждения, но скептик умеет уходить в состояние абсолютного скептицизма, в котором у него нет убеждений. Потом убеждения снова появляются, но скептик их фиксирует, работает с ними, у него появляется методология работы со своими позициями, со своими мнениями, он учится отличать одни позиции от других, использовать их в нужное или ненужное время и место. И, соответственно, скептицизм может послужить базой для какой-нибудь отличной интересной методологии. Ну, например, я использую скептицизм для герменевтики. Вот. И это довольно тоже важная черта. Когда люди говорят: о боже мой, так у тебя же есть какие-то мнения сейчас, ты какие-то мнения сейчас выражаешь, ты что, ты же не скептик. Ну, к сожалению, это просто полная чушь. И вы пытаетесь придать определению скептицизма такие характеристики, которые невозможны. И это уже исключительно ваша проблема, как бы. То есть ни один скептик не придерживался той позиции, что у него вообще всегда нет никаких убеждений. Это можно легко подтвердить с помощью анекдотов про Перона. Когда, например, Перон шел по городу, на него набросилась собака, и он испугался. И, соответственно, он сказал, что он несовершенен в своем сомнении, и это, в принципе, ну, очевидно. То есть, по-моему, тот даже аргумент, который Аристотелем был высказан, он истинен, и он принимается скептиками, что самое главное. Это аргумент против скептицизма, что скептиком нельзя быть всегда и во всем. Да, действительно, все это скептики признают, без исключения, от Перона до Секста Эмпирика и, в конце концов, до Шадова. Все это признают, здесь спорить просто не с чем. С вами здесь никто не спорит, друзья. И это никак не вредит скептицизму вообще. Вы просто концепцию не понимаете, если вам кажется, что вот вы как-то сейчас только что уничтожили скептицизм таким образом. Основные термины, которые для нас важны. Эпохе – принцип приостановки высказываний, ну или приостановки убеждений, можно сказать. Вот он, это состояние любимое. Атараксия – душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, достигаемая в процессе отказа от суждений. Вот эта атараксия, она была непосредственно целью для античных скептиков. Я, как современный скептик, в принципе, эту цель отрицаю. Мне не нужно душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность. Именно по той причине, что я занимаюсь проблематикой герменевтики. Герменевтика, которую я развиваю, это герменевтика вживания. Человек, который всегда находится в душевном спокойствии, вряд ли поймет неспокойного человека, буйного, да, невозмутимый вряд ли поймет возмутимого, безмятежный вряд ли поймет мятежного и так далее. То есть я работаю с различными состояниями, которые необходимы так или иначе обрабатывать, осмыслять, проживать, вживать через себя. То есть, соответственно, для меня идеал атараксии не является абсолютным. И из этого я, в принципе, вывожу, что не для всякого скептика данный идеал, данное устремление вообще должно иметь место. То есть от него можно отказаться. Следующий термин, который нас интересует, называется троп. Троп – это утверждение, необходимое для критики положений других школ. Троп не является предметом веры скептика, если что. Скептик не убежден в истинности тех тропов, которые он использует. То есть вы могли слышать тропы скептицизма, там 10 у Агриппы, 10 у Нисидема, 5 у Агриппы, вот они, их 15 всего, но ни Нисидем, ни Агриппа в них не верили, скорее всего, опять же. Иначе они не скептики, логично.
Тут логично получается, что если они верили в свои тропы, они не скептики. А если не верили, ну, получается, что троп это такая прекрасная риторическая фигура. Знаете, как поэты употребляют в своей речи всякие метафоры, другие риторические фигуры, повторения. Вот троп это что-то вроде того же. Это просто высказывание, которое может завести в тупик вашего оппонента, и он такой, я не знаю, что на это ответить. Ну, или попытается на это ответить, и потом его дальше можно дожать, потому что, ну вот он не сможет до конца бесконечно сопротивляться всем этим тропам. Тропов много, они захватывают разные аспекты. Ну и я в свое время доработал список тропов до количества 99. Книжка так и называется. 99 тропов скептицизма в octalib.com. Можно прочитать, если что. Вот. Что просто интересно. Причем тропом может быть аргумент, высказывание, идея абсолютно любой философской школы, которую мы направляем против другой абсолютно другой философской школы. Понимаете, в чем дело? Усматривать противоречие между тропами будет только человек глупый и не понимающий самого принципа составления тропов и вообще мышления скептика в данном случае. То есть тропы не постулируются как уже, знаете, непротиворечивая система высказываний, вот так скажем. То есть мы можем, например, говорить против идеалистов, что на самом деле существует только материя и ничего нематериального не существует. Попробуйте, докажите нам, пожалуйста. Но это такой примитивный троп, на самом деле, который сам требует доказательства. Но вот пусть доказывают, пусть мучаются. Да, и с другой стороны, мы можем говорить материалистам. А с чего вы вообще взяли? Что никаких идеальных структур не существует. А вы можете это доказать, вы можете это показать, вы можете как-то это разъяснить. А, не можете, ну просто вот их не видно, и все, как бы, да, вашу методологию это не входит, значит их нет. Прекрасно, 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 прекрасно. И продолжаем так раскручивать. То есть, видите, два противоречащих высказывания могут быть тропами скептицизма одновременно, но они просто будут нужны для разных целей. Например, для того, чтобы опровергнуть идеалистов. Или для того, чтобы опровергнуть материалистов. Но провернуть здесь подразумевается усомниться в их позиции, ну и поставить их в не самое удобное положение, например. Да. Догма — это любое мнение, любое убеждение. А скептицизм, еще раз, это такое интересное слово, которое с английского, ой, с греческого, с древнего переводится как «рассматривающий», «исследующий». Некоторые переводят слово «скептицизм» как буквально «бесконечный поиск истины». Типа скептики — это «ищущие». Впрочем, это не обязательная характеристика скептицизма, что будет раскрыто ниже. Давайте теперь обратимся к аналогиям, аналогам скептицизма в Индии. Нас интересуют несколько персонажей. Прежде всего, это Санджая Белатхипута, Нагарджуна, Джайраси Бхата и школа Аджняна. Вот такие вот интересные вещи, которые существовали довольно давно. Так вот. Так как скептицизм в общих чертах трудно назвать учением, это скорее некое чистое состояние, мы можем зафиксировать его возникновение в разных регионах неожиданно, да? То есть это не только состояние, которое было свойственно только там Перону, Сексту Эмпирику, Нисидему, Агриппе, Тимону и Шадову. Нет. Нет, это состояние наблюдалось в тех или иных пропорциях и в тех или иных учениях, но уже в Индии. Свои сомневающиеся персонажи были и в китайской, и в индийской философии. Впрочем, среди индусов их было куда больше. И что интересно, некоторые из них предшествуют основателю греческого скептицизма Перону. То есть, понимаете, видимо, и Перон не придумал скептическое состояние, оно, возможно, уже является таким своеобразным базисом человека. То есть, у человека есть возможность усомниться во всем, и люди в разных странах, в разных, короче, регионах нашей планеты в разное время достигали этого состояния. Правда, недалеко не все стали известными мыслителями, поэтому об этом мы вряд ли можем услышать очень часто о скептиках, да, своеобразных. Поэтому мы и можем только обращаться к античным абсолютным скептикам, как, в общем-то, к такому своеобразному идеалу скептицизма, потому что, ну, они вот именно такие максимально подлинные, очевидные скептики из всех. Так вот. Важнейшей фигурой в индийском скептицизме является Санджая Белатхипута, один из шести еретических учителей по убеждению буддистов. Также они называют его скользким угрём. Санджая в основном занимался опровержениями позиций оппонентов, используя для этого антитетралему. Тетралема выглядит так. Например, предмет существует, или его не существует, или он существует и не существует одновременно, или он не существует и не существует...
одновременно. А антитетралема подразумевает то, что все эти суждения могут быть аннулированы и являются бессмысленными. То есть антитетралема отменяет все, что было сказано выше. И, соответственно, почему его буддисты называли скользким угрём? А потому что он постоянно выворачивался. Он проводил какие-то сложные рассуждения, его не особо понимали буддисты, и, соответственно, за это его клеймили таким неприятным именем скользкий угрь, потому что все время из рук вырывается. Что бы они ни делали, он постоянно вырывается из рук, не дает им себя схватить, потому что у него, видимо, не было никакого учения, не было того, чему он действительно пытался кого-то научить. Скорее всего, базисом его рассуждений было либо абсолютное сомнение, либо что-то похожее, приближающееся к нему. Вот. Наибольший интерес для нас представляет индийская шраманская школа, которая называется Аджняна. Ее представители считали, что невозможность получить знания метафизической природы или установить истинную ценность философских положений. И даже если знание было возможно, оно было бесполезно и невыгодно для окончательного спасения. Больше похоже на агностицизм, но в отличие от него представители школы Аджняна специализировались на опровержении, не распространяя никакой позитивной доктрины, что роднит их со скептиками. Аджняники согласны с... Вот, смотрите. Смотрите, вот важная штука, вообще важная. Специализировались на опровержении, не распространяя никакой позитивной доктрины. Еще одна черта скептицизма, она очень характерна скептицизму. То есть, если агностицизм распространяет позитивную доктрину, то есть, познание невозможно, не надо познавать, это не познать. Бога не узнать, не знать, есть ли Бог или нет, невозможно познать, невозможно, повторяют и доказывают это. То у скептиков такого нет. И это тоже позитивная доктрина в том плане, что она состоит из утверждений определенных, убеждений, да? Аджняники согласны с аргументами айтишных скептиков о том, что знание сомнительно, потому что претензии на знания разных школ оказываются взаимно противоречивы. Опять же, важно, да, тоже важный пункт. Мы смотрим на школы, школы противоречат друг другу. Все школы имеют хорошие системы доказательств, довольно полноценные, и мы пожимаем плечами и говорим, ну, наверное, все-таки все они достаточно умны и имеют место, давайте дальше разбираться, непонятно, какая из них права, давайте подумаем, попробуем как-то с этим совсем совладать. Аджняна также сомневается в возможности достижения всеведения, на которое претендовали представители разных школ. Они считают знание тщетным. В отличие от греческих скептиков, представители школы Аджняна фиксировали внимание на критике психологических состояний, их возникновений, невозникновений и так далее по тетралеме. Вот. Опять же тетралема, да, наблюдается такая штука интересная. Наиболее похожим на скептицизм направлением буддизма является мадхьямика, основанная на Гарджуной. Это далеко не чистый скептицизм, но данное учение предлагает, во-первых, фиксирование пустотности дхарм. То есть дхармы пусты, они не иллюзорны точно, они не существуют точно, они пустые. Интересная формулировка, которая заставляет нас подумать о некой такой, знаете, сомнительной характеристике, такой опустошающей. Возможность спора с представителями других направлений у них была, у мадхьямиков, которая позволяла им не апеллировать к догме собственного учения, но пользоваться догмами у других учений, это круто. Это очень интересно. Во-вторых, в-третьих, это критика языка у них была. Если что, то, что на языке невозможно выразить истину. Очень неплохая критика, если что, на Гарджуны присутствовала. Также критика наблюдаемой реальности посредством разделения мира на относительный и абсолютный. Мадхьямику в целом трудно назвать скептицизмом, но некоторые схожие черты просто имеются. Ну, не то чтобы скептики что-то делят и фиксируют пустотность дхарм, заметим, но относительно дхармы это все феноменология, чтобы вы понимали. Дхарма это феноменологические всякие вещи. Это базисные, не знаю, аспекты восприятия, например, ну, цвета, еще что-нибудь. То, что само по себе является нам, да, то, что не является частью предметов, вот там телефон. А вот черный, он сам по себе, его много тут самого по себе, как часть восприятия, он так вот присутствует здесь везде. И буддисты выделяли огромное количество дхарм. Высказывание о том, что они пустотны, то есть сами восприятия, то есть сами феномены оказываются пусты для них, это... Довольно приближает нас к скептикам, потому что дает нам определенную максимальную степень, даже так, максимальную степень сомнения в феноменах, максимальную из возможных. То есть мы сам феномен не отрицаем, дхармы, они как бы дхармят все еще, они являются нам, да? И при этом всем мы все равно объявляем их пустотными.
Значительный интерес для нас также представляет фигура Джараси Бхатта, автора текста «Лев, пожирающий все категории». Она критикует категории индийской эпистемологии, которые назывались праманами, то есть источниками знания. Разные школы Индии выдвигали в качестве праман разные категории. Одна из них, из этих распространенных схем, состоит из трех праман, то есть восприятие, умозаключение, свидетельство. Джараси считал, что ни одно из них недостаточно для достижения знания. Вывод Анумана опирается на индукцию и может оказаться недостаточным, чтобы в итоге прийти к общему знанию. Свидетельство, то есть шабда, то есть авторитет вед даже скорее, нуждается в надежном, ну, здесь в авторитете, да, здесь получается такое повторение, в котором невозможно усомниться. Что, соответственно, ну, авторитет и авторитет, его можно отвергнуть. Даже восприятие, пратиякша на индийском, да, на санскрите вроде бы, может оказаться ошибочным и иллюзорным. Джайарси пишет, что ни один из источников знания не является надежным, а потому ничто не может быть известным наверняка. Впрочем, отметим, что последнее утверждение не является скептическим, оно скорее напоминает агностическое. Но вообще весь анализ и вообще лев, пожирающий все категории, это такой скептический пафос здесь какой-то присутствует, если что. Относительно того, кто являлись там притечем нашего и любимого прекрасного скептицизма, это, безусловно, софисты, ну и отчасти даже Сократ. Сократа, кстати, я нередко считаю одним из таких вот софистов, причем второго поколения. Истоки скептицизма можно отыскать в предыдущей, предшествующей ему философии. Особое внимание следует обратить на софистику. Софисты не были представителями одного учения, но у них были некоторые общие черты. Прежде всего, софисты умели рассуждать, применяя на себе убеждения представителей других школ мысли. То есть софистам не обязательно было верить в свои собственные высказывания. Эта характерная черта в итоге передается и скептикам. Также софисты зачастую были представителями неких отрицательных философских тенденций, типа релятивизма, агностицизма, атеизма. То есть они не были наивными догматиками, которые веровали в то или иное позитивное учение. Вместо этого, например, Протагор начал создавать одну из догматических метафилософских систем, говоря, что всякий человек является мерой. Это еще не скептицизм, но неплохой задел под скептицизм. Просто релятивизм — это тоже догма. Но эта догма, она ведет как бы постепенно к скептицизму. Да? Плюрализм мнений, релятивизм — мы все это видим, мы все это озираем, мы все это рассматриваем. И это отличный повод для сомнения, когда мы понимаем весь плюрализм, всю вот эту вот массивность различных учений догматических, как они разнообразны, от чего они зависят, мы скорее начинаем в них сомневаться, во всех. И не выводить какую-то истину среди них. Такой плюралистический подход предопределил развитие софистической, в скобочках даже скептической, методологии. Горги и Ксениад подготовили почву для грядущего скептицизма, сформировав ряд важных критических положений. Хотя оба, и Горги, и Ксениад, являлись агностиками ярыми. Можно указать и на Сократа, который сформулировал свое знаменитое «я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают и этого». Впрочем, трудно сказать, что Сократ действительно считал себя незнающим, особенно если судить по диалогам Платона, да и вообще по другим источникам. Сократ делает огромное количество утверждений, в которых он скорее уверен, чем не уверен. Вот. Дальше идет Пирон. Пирон является довольно загадочной фигурой античного мира. С одной стороны, он учился у математика и софиста Брессона, а также у последователя Демокрита Анаксарха. Также известно, что он отправился в Индию вместе с Александром Македонским, где повстречал индийских гимнософистов. Судя по всему, Пирон одним из первых сформулировал главную скептическую догму. Главную скептическую догму, да? Он считал, что счастье заключается в спокойствии. Вот это главная скептическая догма, от которой я, например, отказываюсь. Мы уже говорили об атараксии выше. Достигнуть атараксии можно только через скептицизм, что, к слову, тоже можно назвать сомнительным, потому что другие школы стремились к тому же состоянию, некоторые другие школы стремились к этому же состоянию, да? И были альтернативные пути к одной и той же цели, и поэтому утверждать, что товарищ Пирон действительно создал истинный путь к этому самому состоянию атараксии, мы можем быть к этому не в этом совсем не уверены. Имеет смысл полагать, что Пирон задавал три важных вопроса. Какими являются качества вещей? И он отвечал, мы этого не знаем. Но я бы еще добавил, мы даже не знаем, знаем ли мы это. Может быть и знаем. Может, у нас есть какие-то, знаете, внутренние врожденные знания, от которых мы можем отказываться. Представляете себе? Но именно прочных таких оснований у нас все же нет.
То есть мы точно не знаем. Но вдруг у нас есть внутреннее такое знание истинных вещей, которые мы игнорируем. Это скептицизм не исключает, например. Ну и не подтверждает. Не исключает и не подтверждает, как бы. Второй вопрос. Как мы должны вести себя по отношению к вещам? Да. Ну и, соответственно, ответ — мы должны воздерживаться от суждений, скорее от убеждений. Даже когда мы читаем античных греков, там обычный перевод всегда пишется в духе «воздерживаться от суждений». Но подразумевается воздерживаться от убеждений. Ну, вы просто, может быть, читали Секста Эмпирика, у него там огромная-огромная книжка, и там куча всяких утверждений, суждений, да, находится в этой книжке. Он от них не воздерживался, хотя Секст Эмпирик — один из самых базовых скептиков. Я тоже, в принципе, скептик, и у меня куча книг. Я тоже не воздерживаюсь от суждений, от убеждений. Я на стримах произношу суждения и утверждения разного рода. Но при этом всем я во все это не верю, и именно поэтому я скептик по большей части. Именно поэтому скептиком был и Перрон, потому что здесь понимается воздерживаться не столько от суждений, сколько именно от убеждений. Потому что иначе это было бы слишком явное детское противоречие, которое на самом деле не имеет никакого значения. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть скептицизм тогда был бы просто, ну, на самом начальном этапе, уже на втором вопросе, он был бы уже смешон просто. Ну, представляете себе, скептики говорят, что надо воздерживаться от утверждений и суждений, а сами книги пишут. Ничего себе, тупые скептики, да? Можно было бы вот так подумать, но вот так думать что-то не особо хочется, потому что скептицизм — одна из таких неплохих философских школ античности, во-первых. Во-вторых, эта проблема, если бы она была сформулирована в виде... Нельзя писать тексты, говорит скептик, а потом пишет тексты, ну, это было бы замечено прямо сразу. Ну, то есть, представляете себе, да, скептик говорит себе, нельзя говорить слова, надо молчать, а потом говорит и книги пишет. Это была бы шуя концепция, это было бы очень странно. На самом деле подразумевается убеждение. У нас убеждений нет, осуждения могут быть любые. А может и не быть, как хотите. Тут уже как хотите, вы себя при отсутствии убеждений никаким образом... не сдерживаем. Мы себя никаким образом, в принципе, не сдерживаем в этих суждениях. То есть у нас нет такого, что я должен говорить правильно, неправильно и так далее, так далее. Каковы следствия нашего поведения по отношению к вещам? То есть воздержание от суждений дает покой и счастье. А сейчас давайте цитату прочитаем. Это из Диогена Лаэрского, насколько я помню. Тоже к Перрону относится. «Ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым, так как в себе все одинаково, то есть безразлично. И поэтому оно не в большей степени одно, чем другое. Поэтому, если вещи не только неразличимы, но и неисследуемы, и неопределимы, а все наши мнения и ощущения не являются ни истинными, ни ложными, не следует им верить. Вещи доступны для нашего познания». Наоборот, вещи, конечно, недоступны для нашего познания. На этом основан принцип воздержания от суждений. Афасия, при использовании которого человек ничего не отрицает и не утверждает. По мнению Перрона, это состояние приводит затем к атараксии. В качестве же практического нравственного идеального метода отсюда выводится бесстрастие и апатия. Вот такое вот суждение. Заметим, что это суждение написал не представитель школы скептицизма. Это раз. И заметим, что здесь имеется ряд ошибок. Это два. Ну, например, если мы воздерживаемся от убеждений, и суждений даже, да, воздержимся от суждений, почему-то мы выше делаем суждение о том, что все наши мнения и ощущения не являются ни истинными, ни ложными. Непонятно. И, следовательно, не следует им верить неожиданно, да, не следует им верить. Это можно как, знаете, метафору употребить, потому что здесь как бы, здесь агностицизм скорее. Вот эта штука, которую мы сейчас видим, это скорее агностицизм, чем скептицизм. То есть, вероятно, если вы Секста Эмпирика внимательно прочитаете, вы поймете, что вот здесь изложена очень странная, непонятная вещь, которая скорее к скептикам не относится и не отличает их от софистов, тех же там типа какого-нибудь Горгия. То есть, Горгий, в принципе, тоже мог бы так сказать. Ни мнения, ни ощущения не являются ни истинными, ни ложными, не следует им верить. Тогда чем софисты отличаются от скептиков? Да тогда ничем получается вообще, в принципе. Тогда старшие софисты, горгинианцы какие-нибудь, да, последователи Горгия, они ничем не отличаются от скептиков. Но это неправда.
Но это на самом деле неправда, потому что уже у Секста Эмпирика мы видим совершенно другие позиции, совершенно другие формулировки. И вот здесь то, что мы здесь фиксируем, это можно все воспринять как такая, знаете, риторика, метафора от скептиков. Потому что основной принцип, он буквально формируется в нескольких словах. Еще раз, давайте повторим этот принцип. Воздержание от убеждений. Воздержание от убеждений. Скептицизм — это воздержание от убеждений. Причем состояние. Не всегда воздерживаемся от убеждений. Но по большей части, да, ну хотя бы иногда мы можем войти в состояние, когда мы полностью воздержались от всех убеждений. Воздержание от убеждений. Запомнили, да? Скептицизм, он буквально определяется тремя-четырьмя там словами. Состояние, в котором, да, уже больше, да, в котором мы можем воздерживаться от убеждений. Все. Воздержание от скептицизма, дефис, воздержание от убеждений. Все просто. Все предельно просто, как бы. И все, что этому противоречит, надо вычитывать как метафоры. То есть, вот вы видите, например, убеждение: ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым. Это мы читаем как метафору. Это мы читаем как риторический прием. Чтобы человек, который не знаком со скептицизмом, он такой: о боже мой, ничто не является ни прекрасным, ни безобразным, а я считаю что-то прекрасным, безобразным, и начал со скептиком спорить. И в итоге проиграл желательно в этом споре. Когда он проигрывает в этом споре, он такой: блин, ничто не является... Значит, действительно, ничто не является прекрасным, ни безобразным. Я теперь буду эту доктрину везде распространять. Будет кричать такой: ничто не является прекрасным и безобразным. Ничто. Ничто не является ни справедливым, ни несправедливым. А потом скептик с ним опять приходит, спорит и побеждает его в споре, и человек такой: блин, а что же тогда происходит-то? Так, воздержание от утверждений. Так то есть, я говорил, что мир не является... Сначала говорил, что мир является прекрасным, и есть безобразные какие-то вещи в мире, есть что-то прекрасное, да, есть что-то справедливое, есть что-то несправедливое. Я был неправ, меня победили. Потом я начал говорить, что ничто не является прекрасным. Да блин, наверное, я просто не должен был делать это суждение. Наверное, надо было отказаться от этого убеждения, от любого из этих убеждений, и тогда бы я стал скептиком, да. Вот как-то так это, в принципе, работает. То есть вот эти вот все рассуждения — это метафоры. Это для красивой картинки, это для того, чтобы поспорить с представителями других там философских школ каких-нибудь. Существует легенда о том, что Перрон привез скептицизм из Индии, звучит крайне неправдоподобно, если что. В статье полностью изложен данный материал, но мы его полностью проскочим. Нет никакого смысла это делать, разбирать. У нас и так уже много времени прошло, давайте двигаться дальше. Поехали. У нас есть известный персонаж после Перрона, но вообще был еще Тимон, но он писал как бы, ну, как бы вам сказать, ссылы. Что такое ссылы? Это смешные стихи про философов, где он их, короче, унижал. Философ Тимон, он такой веселый дядя, который просто стебал других философов своими стихами. Такой, знаете, греческий стендап, в котором мы унижаем своих оппонентов. Я не знаю, насколько Тимона можно считать скептиком, но может быть, он и был скептиком, не знаю. Но довольно троллем, короче, был дядя. Дядя был довольно большим таким троллем, поэтому мы его не будем здесь упоминать. Нас куда больше интересует Энисидем и тропы. Давайте просто зачитаем тропы. Например, с 1 по 10, да, все давайте. Разные живые существа существуют по-разному и совершенно невозможно понять, как чувствовать правильно. Второй пункт. Среди людей также не существует единства, их чувства и их отношения к одним и тем же вещам, а настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны и непонятно, какому нужно отдать предпочтение. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Суждение или оценка ситуации также зависит от обычаев того народа, к которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами, воспринимается. Поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое занимают. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. И последний протроп из энисидемовских. Суждение о вещи выражает не ее саму, а отношение к другим вещам или к воспринимающему. Вот.
Я отмечу, что здесь есть осуждение и против логики. И, ну, логики, например, суждение о вещи выражают не ее саму, например, и так далее. То есть здесь сомнение в том, что вообще можно применять логику, речь к исследованию предметов и постижению истины, да? Большая часть тропов, которые здесь как бы вообще как-то находятся, это тропы против грядущего эмпиризма вообще-то, да? Эмпиризма все еще нет, науки все еще нет, а скептики уже все приготовили за 2000 лет назад, да, вот оно. Вот оно. Понимаете, в чем дело? Скептики первым делом, получается, НСДМ, когда они формировали тропы, в тропы вошли в основном аргументы против непосредственно эмпиризма будущего. Эмпирики эти аргументы, конечно, не учитывают, но им просто плевать, потому что, ну, неинтересно разбираться, да, в этой штуке, видимо, ну, а что какие-то там скептики? А ты усомнись в скептицизме, короче! Скептик должен молчать! И все, как бы, на этом достаточно. Вот, отвечать на критику не надо, да, уже, особенно если критика подготовлена за 2000 лет до того, как вы там начали тусить и догматически поклоняться определенным утверждениям эмпиризма. Да. Не нужно отвечать на критику, особенно которая в истории давно лежит. Вы что? Лучше, короче, говорить что-то в духе сомневайся. Ты сомневаешься в скептицизме? Ну, мы это тоже разберем, про сомневаешься в скептицизме. Я просто отмечаю. И это очень важное замечание, потому что сейчас мы называем скептиками еще и научных скептиков, которые побольше, ну, которые все эмпирики, по сути, у которых доминируют эмпирические взгляды на жизнь, на бытие и так далее, так далее. Но при этом, ну, скептикам не то чтобы не свойственно, ну, верить в эмпиризм. Более того, скептики первым делом направили свою критику именно на эмпиризм. Понимаете, в чем дело? То есть они выхватили фундамент из-под того учения, которое, ну вот, должно было нагрянуть рано или поздно. Вот. И у них получилось, на мой взгляд. Еще 5 тропов добавляет Агриппа. О каждой обсуждаемой вещи существует неразрешимый спор как в жизни, так и среди философов, и невозможно достоверно выбрать одно из противоречащих суждений. Любое доказательство требует доказать то, на что опирается, и так до бесконечности. Вплоть до доказательства доказательства. Кстати, вы можете подумать, а откуда Шатов вообще взял вот этот принцип доказательства доказательства? Докажи логику, да? Вот оно. Ну, тут просто не до бесконечности, тут цикл будет. Кстати, о цикле он потом скажет, если не ошибаюсь. А, да, 4-й пункт как раз. Вот, смотрите, получается, что мы либо уходим в бесконечность, пытаясь доказать... любое наше утверждение, вплоть до того, что мы логику тоже должны доказывать. Мы должны доказать, что мы пользуемся правильной методологией, которая реально работает. Что это не просто чепуха какая-то из-под ногтя, формальная, которую выдумали какие-то идиоты непонятные, рандомные, да? А реально работающая система, имеющая отношение к реальности. Потому что если она не имеет отношения к реальности, ну, мы с ней можем вообще не иметь никакого дела. Просто фэнтези, понимаете, просто фэнтези тогда. Вот, а нам нужно это доказать. А нет, они не хотят доказывать, не хотят люди доказывать теперь. Так вот, 3-й троп. Восприятие любого объекта субъективно, поэтому следует воздержаться от суждения о вещах как таковых. 4-й троп. Если избежать бесконечности доказательства из пункта 2, то придется некое доказательство назначать вечным априори, но положение, принимаемое на веру, не может быть достоверным доказательством. Пум-пум-пум. Либо так, да, можно, ну, просто он критикует аксиоматический метод. Ну, здесь просто критика аксиом. Представляете себе, у нас есть три возможных варианта, как можно поступить в доказательстве. Во-первых, уходить в бесконечность, да. Мы можем доказать одни постулаты, но для того, чтобы доказать эти постулаты, появляются другие постулаты, мы следующие постулаты доказываем, потом еще следующие, и так с поколениями развиваемся. Есть второй способ, просто базировать все на каких-то либо очевидных положениях, либо просто, ну, положениях, взятых на веру априори, да. Да, но это тоже очень сомнительный способ. Кстати, за этим способом картезианцы пошли, вслед за ними и наука в целом тоже двинулась по этому пути, но он уже тоже как бы скептиками подвергнут сомнению, и уже очень давно, задолго до того, как он появился, по большей части. Печально. И последний вариант, то есть 5-й троп.
Это зацикливание доказательств в порочный круг. Такие взаимозависимые доказательства не могут считаться достоверными. Видите, не могут не считаться неверными. Он пишет слово достоверными. Достоверными. Достоверность, они может быть истинны, они может быть истинны, да, но достоверными считаться не могут. У нас есть сомнения в том, что они могут считаться достоверными. Вот так вот. Мы рассмотрели все тропы. На самом деле, уже среди 15 тропов у нас достаточно большой инструментарий для того, чтобы опровергнуть все, что угодно. Ну, усомниться во всем, что угодно, да, не опровергнуть, усомниться именно. В принципе, мы можем, уже перемешивая данные тропы по отношению к разным персонажам, сомневаться во всем. Но, конечно, развитие философии ушло далеко вперед. Также мы не знали о наличии китайской философии, индийской философии, ну, в смысле, мы европейцы. И в итоге сейчас, конечно, обновление тропов, на мой взгляд, это очень важная вещь. И я это сделал в своей книге «99 тропов скептицизма». Читайте octalib.com. Обязательно, друзья, с удовольствием с вами делюсь всеми своими текстами. Поехали дальше. Секс-эмпирик является одним из самых известных, но при этом, ну, поздним довольно-таки скептиком. Из его текстов можно узнать многие положения скептицизма предшественников. Более того, да, именно предшествующие скептики, за исключением Тимона, ученика Перона, текстов не оставили, к сожалению, даже в переложении других авторов. Перон, подобно Сократу, принципиально не писал тексты. От прочих остались либо тропы, либо критические стихи, о которых мы уже говорили, это силы Тимона. Секс для нас выступает в качестве главного, первого и последнего систематизатора античного скептицизма, являющегося подлинным скептиком, по сути. Его, ну, то есть то, что мы называем абсолютным скептицизмом, это учение секс-эмпирика прежде всего. То есть и дело даже в том, что пиронизм, воспринятый через призму секс-эмпирика, мы только его так и можем вычитывать. У нас других источников по большей части четких не присутствует. Нам нужен секс-эмпирик здесь, к сожалению. Секс-эмпирик самый точный источник по пиронизму. И это тоже большая проблема. Может быть, Перон и не был таким скептиком, как, например, секс-эмпирик. Может быть, Перон был другим. Но под скептицизмом мы все равно вынуждены понимать учение секс-эмпирика. Ибо там принцип скептицизма выражен абсолютно, максимально, абсолютно явно и четко. Вы можете это прочитать и увидеть. И кроме того, вы именно можете это прочитать и увидеть сами. В отличие от Перона, о котором остается только догадываться. И там всякие платоники, перипатетики и прочие черти, которые к скептицизму никакого отношения не имеют, пересказывали вот учение пиронизма, как им хотелось. Да, хотели поунижать Перона, унижали Перона и что угодно с ним делали. Так вот, секс-эмпирик с уважением пересказывает, собственно, то, что думал Перон, но, может быть, он и ошибался. А может и нет. Его книги носят либо критический характер, это прежде всего книжка против ученых, против физиков, против грамматиков, но это в том числе книжки по истории и философии, очень похожие на Аристотеля, потому что там пересказ, критика, пересказ, критика, пересказ, критика. Либо они раскрывают сущность абсолютного скептицизма, и для этого нам интересна книжка «Перроновы положения». Как раз Перрон, тот самый основатель скептицизма легендарный, и «Перроновы положения», одна из книг секс-эмпирика. При этом всем трудно назвать секс-эмпирика оригинальным мыслителем, так как большая часть его работы — это переложение идей других скептиков. Впрочем, вероятно, он внес в это переложение что-то свое. В принципе, трудно что-то сказать про секс-эмпирика, потому что он единственный. Единственный, неповторимый, уникальный именно как скептик, у которого сохранились тексты, полноценный, абсолютный, от остальных ничего не дошло, просто как бы сидите и думайте, о чем там было. Есть еще академический вероятность и скептицизм, но о нем мы говорить будем меньше. Это средняя платоновская академия, да, она тоже в одно время увлекалась чем-то похожим на скептицизм. Представители академии были убеждены в том, что познание невозможно, но именно вот средняя академия, не все платоновской академии, да, то есть только средняя академия между ранней и поздней. Ну, вы поняли, да? Вы поняли. Средняя академия, она между ранней и поздней. Капитан Очевидность. Вот она там и находилась. Так вот, но при этом всем, несмотря на то, что мы не можем судить о познании чего-то, мы можем судить о вероятности того или иного высказывания. Согласно секс-эмпирику, академические вот эти вот скептики скептиками в подлинном смысле не являются. Почему? Потому что верят вероятностью. Просто. Псевдоскептицизм в возрождении нового времени, на мой взгляд, тоже довольно интересная тема, но она разбирается в статье, можно ее проигнорировать.
Заранее вам просто скажу, что в эпоху Возрождения не удалось возродить скептицизм. Не поняли. Когда читали, не поняли, что такое скептицизм. И поэтому мы получаем Монтэня, у которого был христианский скептицизм. Это просто человек, который в своих опытах излагал многочисленные морализаторства, стенания по поводу того, как плохо устроено его общество. И на этом как бы и базировался скептицизм Монтэня. В общем, звучит довольно неубедительно. То же самое с Кортезием, который назвал свое учение радикальный скептицизм, а потом вдруг нам закинул догму Когито Эрго Сум, и из этой догмы доказал существование опыта, математики, души, Бога, да, всего, короче. Все вывел из этого. Неожиданно. Очень скептично, конечно, невероятно скептично. Следует также умолчать, что Пьера Гассенди, материалиста считают скептиком. Материалиста считают скептиком, но это тоже Шуе, соответственно. Юма считают скептиком уже после, уже в новое время, да, тоже довольно странно. Тоже критически странно. Единственный, наверное, человек, который претендует на звание такого скептика раннего, это какой-нибудь... Франциско Санчес, который считал, что ничего не известно, но скептики не считают, что ничего не известно, как бы. Кроме того, Санчес уверяет других в важности эмпирических исследований, что очень странно для скептиков. То есть это действительно довольно странный персонаж, Франциско Санчес. Кто такой? Какой скептицизм? Это агностицизм чистой воды. И то это можно сказать про всех скептиков, известных после Возрождения и Нового Времени. Вот все скептики, которых вы знаете, противоречат основным канонам скептицизма. То есть основным определениям скептицизма они абсолютно противоречат. В том числе им противоречат хваленные научные скептики. Вот. Не знаю, стоит ли разбирать учение Шадова. Возрождение скептицизма Александром Шадовым и новое скептическое учение современности ортодоксологии. Да давайте попробуем. Во-первых, что я привнес нового в скептицизме? Почему это возрождение? Да, потому что мы, собственно, берем в качестве основания тот самый абсолютный скептицизм, который изложен в текстах Секста Эмпирика. В некотором смысле мы этот скептицизм пересматриваем. По той причине, что в современном мире многие вещи непонятны. Ну, например, почему скептики сомневались в всяких суждениях, да, не производили суждений, но при этом целые книги написаны. Просто многие люди у нас слово «суждение» понимают в значении, что это, ну, утверждение. Просто написал слова какие-то, да, то есть получается, скептик говорит «воздерживайся от написания и проговаривания слов», а вместо этого пишет и проговаривает слова. Выглядит довольно странно. Ну, софистически, скептично, может быть, даже выглядит парадоксально, но довольно странно, потому что на самом деле основная, в общем-то, идея скептицизма — это как раз не воздержание от утверждений, а воздержание от убеждений. А слово «суждение», оно такое промежуточное, понимаете? И если многие люди трактуют его как утверждение, то в Греции, вот это, когда мы переводим «воздерживайся от суждения», это скорее понимается от убеждений «воздерживайся». Тут просто именно проблема в слове «суждение», потому что современный человек слово «суждение» понимает более размыто, чем вот сейчас обычно переводят слово «скептицизм», да, определение скептицизма. Так вот, что же нового я ввел помимо вот этой странной вещи? Во-первых, это создание позитивного скептического проекта. Самое главное отличие заключается в философии нового типа доксологии, которая существует не для исследования истины, но для исследования мнений. Чтобы исследовать мнения, я разработал также и новую недогматическую герменевтику. Подробнее ознакомиться с позитивным проектом ортодоксологии вы можете в статьях про предевтика ортодоксологии, герменевтика ортодоксологии, а также в многочисленных книгах на канале octalib.com. Да. Добро пожаловать в octalib.com, там выложены все мои работы по скептицизму и герменевтике, и не только. Правда, они неправильные, с ошибками, но я думаю, вы сможете это вытерпеть, если вам очень интересно. Вторая характерная черта моего скептицизма – это тотальный плюрализм. Ортодоксология, то есть мое учение, ортодоксология, ортодокса, докса – убеждение, орто – правильная, логия – наука, наука о правильных мнениях. Мнения всегда считают себя правильными, и мы их изучаем. Вот те мнения, которые считают себя правильными, и не только. Ну вот. Да.
Ортодоксология делает радикальный поворот от пиронизма к старшей софистике и возрождает плюралистический дискурс Протагора. Этот пункт тесно связан с исследованием мнений и обусловлен им. Заметьте, да, с позитивный проект скептицизма связан с плюрализмом, но базируется на абсолютном скептицизме. То есть у нас появляется такая система, в основании которой находится абсолютный скептицизм. Но это здание абсолютного скептицизма и состояние абсолютного сомнения, в которое мы уходим, допустим, для последующего анализа, преображения, перерождения и потом более подробного вживания, оно действительно нужно, но есть еще целый гигантский философский пласт, который позволяет нам работать с разными темами. Третий пункт – поиск. Скептик на самом деле ничего не ищет, потому что ничего не терял. Трактовка скептика, как вечно ищущего, противоречит поведению самих античных скептиков, поэтому, ну, оно парадоксально. Неправильно определять так. Четвертый пункт – отличие. Атраксия. Скептицизм для спокойствия, серьезно, безмятежности. Нет. Это устаревшая догма, которая больше не сдерживает скептицизм. Скептицизм ни для чего, у него нет целей. Спокойствие как цель скептицизма противоречит исследованию мнений и пониманию, а потому от него мне пришлось отказаться. Вы можете сказать: Шадов, ну ты тогда ввел догму в духе скептицизм ради понимания. Нет, я просто так занимаюсь пониманием. На самом деле, это просто очень интересная тема, если что. Если что, это просто очень интересная тема для меня, как для философа. То есть здесь тоже догма в основании не лежит. Действительно, интересно заниматься пониманием. Это самый разнообразный вид деятельности, который только можете себе представить. Вы не изучаете одну догму, вы не изучаете один и тот же вопрос. Ваш диапазон возможных исследовательских предметов бесконечен просто. И это интересно. Это то, что бросает вызов мыслителю, это то, с чем я готов бороться, то, с чем я готов иметь дело. И чтобы как раз столкнуться с бесконечностью, мне в том числе необходим скептицизм, оказывается. Тропы. В скептицизме Шадова не 15 тропов, а 99. Притом их список может быть потенциально бесконечно расширен. Антисоентизм – следующая черта. Современный скептицизм нацелен на критику самого популярного и догматического философского учения, ну или религии, как хотите, то есть науки, а также ее верных адептов-соентистов. Это нацеливание, опять же, не догматическое. Шадов и все там современные скептики не уверены в том, что наука не права. Они не думают, что они опровергают науку, уничтожают науку. Они просто придерживаются позиции сомнения по отношению к ней. Вот. Следующий аспект скептицизма современного нового – это творчество. Чистый скептицизм оказывается отличным базисом для ничем не ограниченного творчества. То есть раньше нам мешали убеждения что-то творить. Ну, кому-то помогали, но убеждения рано или поздно себя изживают. Из этих убеждений рождаются какие-то такие четкие литературные системы, почти как жанры. А все жанры вырождаются в постоянное самоповторение, что противоречит творчеству. Да? То есть творчество – создание чего-то нового. И получается, что вот эти вот принципы, догмы, они постепенно вырождались в такие вещи, в такие произведения искусства, которые в себе ничего нового не несли. И поэтому отсутствие скептицизма, оно не позволяет людям выйти за пределы своих ограниченных догм. Есть еще один способ заниматься творчеством. Это самому создать свою догму какую-то очень интересную и новую. На базе этой догмы уже что-то творить. Но зачем делать так, если мы ради творчества подходим к скептицизму, если есть скептицизм? Ну, подумайте, да? Если есть абсолютно чистый лист, абсолютно чистое поле и герменевтика, которая позволяет принять на себя любую позицию и придумать, сформулировать любую позицию из всех возможных. Зачем нам тогда себя ограничивать, если мы творцы, да, подумайте, зачем нам себя ограничивать какими-то отдельными учениями? Мы абсолютно свободны и можем делать все, что угодно. Следующая важная часть нового скептицизма – это, конечно же, комбинаторика, философская комбинаторика. Исследование мнений ведет к использованию разных методов, например, философской комбинаторики, о которой вы можете прочитать в соответствующих статьях и текстах. Например, статья «Философская комбинаторика» и трактат «Основы философской комбинаторики» очень интересны в данном плане, всем рекомендую. Также есть, да, к
трактат, да, трактат «Основы философской комбинаторики». Также есть еще множество книг по комбинаторике. Octolib.com очень давно вас ждет, так что можете туда заходить, обязательно читать книжки по философии скептицизма. Если вам очень интересно ознакомиться с моей позицией по скептицизму, антисоентизму, вообще по всему чему угодно, Octolib.com, заходим туда, исследуем, рассматриваем. У меня очень много книг, да, и можете прозу прочитать, там тоже очень много философии. Если вам просто очень нравится Шадов, вообще без проблем можете все это изучить. Да, это всю жизнь, правда, займет у вас, но это будет хотя бы интересная жизнь. Шедовизм. Следующее отличие от скептицизма классического греческого – это шедовизм. То есть религия понимания, основанная на ортодоксологии. В этой религии есть одна догма – стремление к пониманию, но я ее, кстати, не разделяю. Мое стремление к пониманию не обусловлено догмой стремления к пониманию, это предмет моего исследования. Но, в принципе, сам проект религии, в рамках которой люди будут верить в понимание, он, мне кажется, неплохим и довольно, ну, хорошим экспериментом. Я бы хотел попробовать. Я бы хотел, чтобы люди попробовали религию понимания на вкус, строили великие храмы, университеты строили по шедовизму, и тогда было бы круто. Это универсальная религия, которую могут исповедовать представители других религий, философских школ и даже науки. Она не вступает в противоречие ни с одной из мировых религий, ни с наукой, ни с чем не вступает в противоречие. Шедовизм – единственная догма, стремление к пониманию, никто эту догму не отрицает. Так что, в принципе, давайте все вперед исповедовать шедовизм. Все, кроме меня, потому что я абсолютный скептик, да. Ну и было бы странно, если бы Иисус Христос исповедовал христианство. Хотя он бог этого христианства. Ну вы поняли, да? Также и Шадов, как Иисус Христос, не исповедует главную догму шадовизма, потому что он выше нее. Дальше. Духовные практики. Вы не представляете, в современном скептицизме Шадова, то есть появляются духовные практики. Помимо всего прочего, ортодоксологический скептицизм допускает использование духовных практик, которые так или иначе способствуют достижению скептицизма или приближают к пониманию. Вот так. Вот мы и прошли все основные моменты, связанные со скептицизмом. Скептицизм, он очень разнообразен. Но при этом по какой-то причине люди его не понимают. То есть, ну, а почему они его не понимают? Наверное, может быть, потому что, во-первых, есть разные определения скептицизма. Например, под скептиками в современном мире мы понимаем как минимум три разные группы людей. Абсолютных скептиков, воздерживающихся от убеждений. Пробабилистов, делающих утверждения лишь о вероятностях, например, академическую философию Платона среднюю, вот ту самую, да. И X-скептики. Под X-ом понимается это люди, которые сомневаются во всем, что не относится к X. Например, научные скептики, которые сомневаются во всем, что не относится к науке. И также христиане, например, христианские скептики, которые критически относятся ко всему, что не относится к христианству. Все три эти группы имеют фундаментально разный методологический базис и сводятся под единое понятие скептицизма, как мне видится, по исторической случайности. Проблема еще и в том, что скептиков первого типа, то есть скептиков аутентичных, в современном обществе нет. Ну или почти нет. Среди академиков или медийных мыслителей. То есть со времен Секста Эмпирика ни один философ первого уровня, такого вот, знаете, первого эшелона, самый известный, среди самых известных и среди даже вот вторично известных, не было ни одного скептика, вот канонического, аутентичного скептика, о которых мы говорили выше. Вот ни одного человека, у которого были вот позиции, похожие на Секста Эмпирика, даже близко. Никакой Кортезий тут рядом не стоял, никакой Франциска, никто, ни Санчесы никакие, вообще никто, короче. Из известных мыслителей никто даже близко не подходил к скептицизму. И поэтому у скептицизма нет сторонников, у скептицизма нет защитников. Скептицизм плохо преподают на философских факультетах, что самое важное. То есть, если вы посмотрите на студентов-философов, которые заканчивают профессионально вуз, они не понимают, что такое скептицизм. Им про скептицизм рассказывал какой-нибудь дядечка-античник, который, скорее всего, увлекался Платоном. А этот дядечка с большой долей вероятности ненавидел софистов и скептиков.
Скорее всего, он просто не понимал, вот этот дядечка, античник, как устроен скептицизм, что он вообще из себя представляет, что вообще писал Сексто Эмпирик, хотя вроде бы просто надо книжку взять, прочитать. Вот, книжки Сексто Эмпирика, они изданы, они переведены, можно не в переводе, можно просто читать уже с самих источников. Можно с оригинала вычитывать. Но дядечка этого не читал, скорее всего. Скорее всего, дядечка античник, и если дядечка античник, с вероятностью там 50%, он либо платониками занимался, либо перипатетиками, либо еще кем. Ввиду этой большой колоссальной проблемы, ввиду того, что даже по скептицизму у нас нет специалистов. Вы не представляете, у нас нет специалистов нормальных по скептицизму. У нас в России даже монографий нормальных по скептицизму нет. Там одна вроде бы более-менее приемлемая монография, которую я нашел за всю жизнь. Я много искал. И то там дядька, у него бомбит от скептицизма, он просто, господи, скептицизм, как это ужасно, во всем сомневается, но он хотя бы смог пересказать основные позиции, понимаете? Вообще, да, многие люди даже пересказать основные позиции не могут, что мы видим на примере практически всех современных там донат-философов, которые не справляются. Их спрашивают, что такое скептицизм, какова там позиция Шадова. У них просто шуе какое-то вырывается. Они даже повторить не могут высказывания, которые я говорю, понимаете? Просто повторить трудно уже. Они не понимают, что говорится в данном случае. Они не понимают, что происходит. Хотя это каноническое. Вот многие вещи, которые я по скептицизму говорю, это прям вообще канон просто. Вы как могли заметить, я новатор только в некоторых областях, и то эти области, скорее, они над скептицизмом находятся, я делаю над абсолютным скептицизмом большую такую надстройку. И это и есть мое большое учение. Это мое колоссальное, интересное, гигантское учение, которое представляет собой методологию понимания мнений. Да. А то, что я говорю по скептицизму, это просто канон, который вообще-то в принципе должен преподаваться на философских факультетах. Почему-то преподают настолько плохо, настолько, что люди просто не понимают, что такое скептицизм, даже на философских факультетах. Про другие говорить даже не стоит. И именно поэтому даже интеллектуальные люди позволяют себе коверкать формулировки скептиков самым удивительным образом, практически не опасаясь общественного порицания. То есть, поскольку медийных скептиков нет, поскольку последователей у скептицизма нет, поскольку никто не будет жаловаться на то, что скептиков кто-то опять обделил, никто не будет жаловаться на то, что опять Сексто Эмпирика кто-то солипсистом назвал, никто не будет жаловаться на то, что Перона опять назвали там агностиком или кем-нибудь там еще. Именно поэтому всякого рода интеллектуалы могут себе, причем даже хорошие интеллектуалы, хорошие исследователи Платона, хорошие исследователи Аристотеля, хорошие исследователи кого угодно, даже хорошие профессора, академики, они могут сказать про скептиков что-то не то. Причем не просто что-то не то, а настолько не то, насколько только можно себе представить. Отсюда и рождается вся идиотская критика в духе «если все сомнительно, то и скептицизм тоже сомнителен». Или что это такое? «Скептики отрицают реальный мир, они солипсисты». Или третий пункт. «Скептики верят в невозможность познания». Или четвертый пункт. «Скептик не должен ничего утверждать, иначе он не скептик». Или пятый пункт. «Невозможно всегда и во всем сомневаться». Людям, использующим такую критику, не хватает базовых знаний о том, что такое скептицизм. Но основная проблема заключается в том, что они и не собираются получать эти знания, потому что им никто по голове не даст сверху, понимаете, за это? Им никто за ошибку по голове не настучит, не скажет, ты как бы не разобрался, друг. Вот так вот. А если и скажет, то это будет Александр Шадов, по большей части. А к Александру Шадову у многих ребят такого вот уровня уважения, как вы понимаете, очень мало. То есть они, да, ну кандидат науки, кандидат, ну разбираешься там, это пофигу нам, это просто бред, 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 бред и бред. Ну вот как бы вот. Вот вся как бы вам защита вот этих вот людей. Они не будут ничего разбирать. Они не будут читать текст. Они даже не будут читать статью про легомены к скептицизму и скептической ортодоксологии. Они не будут читать статью «Основные проблемы понимания того, что такое скептицизм». Им плевать. Так вот, давайте сфокусируемся все-таки на этой работе. Давайте посмотрим, какие группы причин, по которым скептицизм не понимают. Во-первых, скептицизм — это очень часто употребляемое слово. И значений у него оказывается много. Каждый понимает скептицизм по-своему, и почти каждый хочет навесить на себя почетный ярлык скептицизма.
скептика, а не догматика, да, то есть эпоха просвещения исказила понимание скептицизма очень сильно. И теперь ты скептик, это такая медаль тебе на грудь, ты прекрасен, ты замечателен, ты скептик. Но просто когда человек применяет на себя критерии скептицизма, такие, ну типа, ну я-то по определению скептик, я же не какой-то жалкий там христианский догматик, да, я же не стою там на коленях и не молюсь, вот получается автоматически, что огромное количество людей с разными методологиями, с разными подходами, с разными убеждениями становятся скептиками. Это вообще не аутентично. И тогда слово скептицизм обретает очень размытое определение, и вообще непонятно, что это такое. Вторая причина, по которой возникли проблемы с пониманием скептицизма. Суть античного скептицизма была утеряна в средние века, а после ярлык скептиков навесили на людей, которые были далеки от скептицизма. Эти люди не особо понимали сущность скептицизма, а также не пользовались его основными установками. И в итоге, ну, просто так получилось, что мы еще больше запутались даже внутри философии. Философия, сама официальная философия, она внесла огромную путаницу в понимание скептицизма. Люди с абсолютно разными принципами, Тези, Монтэнь, Юм, Секст-Эмпирик, Аркисилай и многие-многие другие, они у нас называются скептиками. Хотя непонятно по какой причине. Нет причины называть их скептиками на самом деле. Но вот просто так получилось. Историческая такая вот неудача. Очень важно, что имеется теперь в наши дни обилие направлений, которые к скептицизму не относятся. То есть научный скептицизм, радикальный скептицизм, умеренный скептицизм, христианский скептицизм, там, хоть буддийский, мусульманский, там, догматический скептицизм. Да все что угодно выдумают сейчас. Почему бы и нет? Четвертый пункт, почему не понимают люди, что такое скептицизм. Людям часто просто невыгодно сомневаться, у людей имеются базовые убеждения, на которых они строят всю систему своих взглядов и жизни. Эти базовые убеждения сопротивляются сомнению. Более того, человек, имеющий базовые убеждения, хочет видеть в оппонентах таких же людей, которые имеют базовые убеждения. Представить себе иной модус существования в войне мнений человек с таким убеждением чаще всего не способен. И именно потому, что он не способен и ему невыгодно сомневаться, скептик, он желательно, чтобы он оставался всегда вне поля зрения. Нам не хочется, людям не хочется понимать, что такое скептик. Зачем он вообще нужен? Что ему вообще от нас надо? Вот и все. А что скептику от нас надо? Да ничего. На самом деле ничего и не надо. Да. Еще одна проблема, следующая, которая исходит дальше, которая происходит дальше, почему люди не понимают скептицизм? Потому что сомневающегося человека в чистом виде невозможно ранить в споре и невозможно с ним особо как-то играть в рамках аргументации. У него нет убеждения, потому нет смысла спорить. По-хорошему, игра должна идти в одни ворота, но если скептик реально скептик, у него нет убеждений, то получается, что игра идет, сведется в одни ворота против догматика. И этого никто не любит, потому что проще выдумать место реального скептицизма, фейковый, и опровергать фейк, придумывая для него какие-то убеждения. То есть, понимаете, для того скептицизм, он как бы такой интересный. У него нет убеждений, но при этом скептик может критиковать кого угодно и как угодно, любыми способами, подстраиваясь под удобные аргументы, ну, отбивая аргументы любыми абсолютно высказываниями, которые могут их отбить. У скептика нет никаких здесь ограничений. Скептика даже невозможно упрекнуть в противоречивости, потому что он не исповедует взглядов, понимаете? Его взгляды не могут сами себе противоречить, потому что у него их нет. Он может вам сказать в одно время, ну, типа, да, давайте, вот, смотрите, вы говорите, что общество как бы существует, а у нас тут социальный конструктивизм, там, не знаю, вы говорите, что наука, она реально, да, постулирует свои высказывания, это реально относится к истине, а у нас социальный конструктивизм, короче. А скептик не верит в социальный конструктивизм, и против социального конструктивиста он тоже будет спорить, только другим образом. Здесь все тоже, короче, довольно-таки просто. И в итоге получается, что если по-хорошему человек понимает скептицизм, ему приходится смириться с тем, что игра идет в одни ворота. А если он не понимает скептицизм, да, если он не хочет, чтобы игра шла в одни ворота, ему приходится выдумывать фейковый скептицизм такой ложный. Типа, усомнись в сомнении, и все вот такое вот веселое начинается. Все любимые наши, короче, высказывания, которые мы чуть-чуть позже разберем, опять же, так что не торопитесь суждениями, вот. Вот, они сразу начинают появляться. А, скептики это солипсисты. Вот, типа вот того, неожиданно. Выдумать позицию за скептика это любимое дело многих людей по большей части. И поэтому, ну, тут ничего не поделаешь.
Это даже единственная тактика, которая против скептицизма хоть как-то работает. То есть риторически перебить скептицизм. Мол, если скептик, против которого выступаете, риторически менее подкованный, не будет вас, например, давить и уничтожать на поле боя, да, на поле спора, то, соответственно, вы можете просто выставить скептицизм в фейковой позиции, типа скептицизм считает, что надо во всем сомневаться, скажете скептику. А скептик такой, ну нет, наверное. А такой, нет, надо! И чем больше вы там кричать будете, что скептик должен во всем сомневаться, потом приведете его к сомнению. А если скептик должен во всем сомневаться, то он должен сомневаться и в скептицизме. И такой бам-панч, и все такие, воу-воу-воу, парень, ты победил скептика. Проблема в том, что скептицизм не считает, скептик не считает, что нужно во всем сомневаться. Да. И если он так не считает, то, соответственно, это, в принципе, не вынуждает его сомневаться в скептицизме. Ну, это уже другой разговор, понятное дело, да, и тут как бы остается только вот так вот плечами развести и подумать о том, что там дальше, какой следующий пункт, почему люди не понимают скептицизм. Люди нередко не различают убеждения и утверждения, это тоже большая проблема, мы это уже обсуждали. Седьмой пункт. Скептицизм кажется непродуктивным направлением мысли, так как не может ничего порождать. Это фундаментальная ошибка, которая строится на ограничении скептиков в их воздержании. Скептики, они воздерживаются от убеждений, от всего остального они не воздерживаются. Как-то так. То есть скептик может не воздерживать себя от творчества, от проработки тех или иных философских тем, от разработки вообще любой философской области. Ну и, например, у меня есть пропедевтика ортодоксологии, можете почитать, чем я занимаюсь в рамках скептицизма. Довольно позитивное, продуктивное направление мысли, которое может, на мой взгляд, развиться и стать хорошей такой мощной философией, ходовой для исследования мнений, очень хорошей, сильной. Ну и восьмой пункт, очень важный, очень мало хорошей литературы, посвященной скептицизму. На русском языке я встречал реально одну более-менее сносную монографию на тему эту, и все. И то у автора были эмоциональные оценки, их надо убирать, чтобы она осталась хорошая, вот и все. Обычно про абсолютных скептиков пишут разного рода догматики, марксисты, христиане, саентисты и прочие замечательные люди, для которых абсолютный скептицизм это лишь пройденный этап, помеха, которая очень давно исчезла с пути этих направлений, и, соответственно, все эти пункты очень часто перемешиваются друг с другом, что для скептицизма, конечно же, довольно болезненно. Давайте дальше продолжим смотреть основные проблемы в понимании того, что такое скептицизм. К сожалению, скептицизм недоступен обыкновенному человеку интуитивно. Из этого возникают многие проблемы. Нередко люди понимают под скептицизмом, например, агностицизм. Да. Типа, никто ничего не знает и не может знать. Но скептик никогда не может быть убежден в том, что нет ни одного знающего человека. Более того, он не убежден в том, что ничего не известно. И тем более скептик не утверждает, что узнать что-то принципиально нельзя. Скептицизм относится к догме агностицизма, как и к любой другой. Некоторые очень хитрые люди пытаются сказать «усомнись в скептицизме», например. «Усомнись в скептицизме». Ответ на их вот этот вот тривиальный, довольно примитивный вопрос крайне прост. И его дали еще, в общем-то, античные скептики. Сомнение — это состояние, в котором у человека нет убеждений. Сомнение не является активной позицией или позитивным инструментом или методом, который может применяться подобно технологиям или даже математическим формулам. Скептицизм — это состояние, в котором ни одно мнение не управляет вами. Вы можете сомневаться, что достигли этого состояния, но если вы достигли его наверняка, то никаких актов мысли у вас уже по этому поводу не будет, и поставленный вопрос окажется бессмысленным. То есть усомниться в скептицизме невозможно. Проще говоря, да? Скептицизм не делает утверждений, он не дает вам каких-то ответов тотальных. И в чем здесь... Вы не можете задать скептицизму вопрос. Поскольку вы не можете задать вопрос, вы не можете сформулировать догму в ответ. Так вот, эта паста об усомнив сомнении бродит по миру уже много тысячелетий. Самая большая проблема заключается в том, что уже античные скептики решили ее. Вот уже решили, уже давно как бы. А люди до сих пор стоят на этом парадоксе. Весь парадокс-то в том, что критики не хотят услышать этот ответ, потому что считают, будто они придумали
очень остроумный способ опровергнуть скептицизм через самосомнение. Жалко, что опровергают они не скептицизм, и не понимают, что такое сомнение и как оно в принципе работает. Понимаете, в чем большая проблема? Реально уже 2000 лет, усомнись в скептицизме там, да? Усомнись в сомнении, а ты можешь усомниться в сомнении? Это уже реально, это столько долго идет, это так много. Это, наверное, и та идея, которая приходит каждому идиоту, который хочет покритиковать скептицизм. Это настолько распространенная штука, настолько банальная, что ее даже озвучивать, ну, это стыдно должно быть. Просто стыдно озвучивать эту дичь. Причем, понимаете, пытаются придать сомнению какой-то позитивный характер, с одной стороны. А с другой стороны, пытаются это самое сомнение направить на само себя, чтобы получилось типа логическая ошибка и самоопровержение. Гениально! Опять же, да, логика здесь позволяет сделать только одно. Составить предложение таким образом, чтобы типа привести нас к такому дурацкому парадоксу и сказать, что скептицизм не работает. Хотя, к сожалению, даже мы можем логично ответить, почему сомневаться в сомнении нельзя. Невозможно. Ну, бывает. Следующая причина, типа существует какой-то научный скептицизм. Только проблема заключается в том, что научный скептицизм, ровно как и христианский, исламский, буддийский, колдунистический и прочие, невозможен. Научный скептицизм — это оксюморон по типу «живой труп». Скептицизм по определению не может базироваться на научных догмах и эмпирической методологии. Кроме того, античные скептики, образец для скептицизма, первые же своими тропами раскритиковали именно эмпирическое крыло античной философии. Исторически и сущностно нелепо называть научным скептиком вообще кого-либо. Это совершенно неправильное использование слова «скептицизм», противоречащее его изначальной сути. Если мы можем говорить про научный скептицизм, то можно говорить и про христианский, там, не знаю, исламский, какой угодно. Настолько же, насколько нелепо звучит словосочетание «христианский скептицизм», настолько же должно звучать и научный скептицизм. Следующий аргумент: нельзя все время сомневаться. Это еще в метафизике Аристотеля сложен такой аргумент. Мы его уже обсудили. Действительно, сомневаться во всем нельзя все время. Поэтому, ну, скептики это учитывают. Спасибо. Спасибо, что напомнили. Да, мы так тоже считаем. Опровержение не произошло, мы так тоже думаем. Да, действительно. Нельзя все время находиться в состоянии абсолютного скептицизма, иначе я там есть не буду. Ну, голод тоже можно подвергнуть сомнению. Мы можем усомниться в голоде. Мы можем усомниться, что голод будет утолен с помощью еды. Например. Ну, или, например, да, мы можем усомниться в том, что голод будет утолен с помощью еды, но я там перестану его чувствовать, но внутри он у меня, допустим, останется, или как-нибудь так можно переформулировать. То есть тогда просто многие вещи, многие догмы, если мы начнем сомневаться в этих догмах, они жизненно важные догмы отойдут на второй план и просто исчезнут. Поэтому человек постоянно быть скептиком не может. И Перон не был постоянно скептиком, что в анекдотах проявляется, все понятно. Так, разница между обыденным сомнением и сомнением скептика, ее тоже очень важно понимать. Обыденное сомнение – это сомнение, базирующееся на какой-то догме. Сформулировать его можно так: я сомневаюсь в том, что ГМО работает, потому что наука утверждает обратное. И так далее. Наука утверждает обратное, потому что та-та-та-та-та-та-та. И дальше до бесконечности. Какие-то объяснения идут, и все базируется на каких-то догмах, и все там базируется на каких-то базовых позициях, положениях. Здесь сомнение строится на нескольких слоях убежденности. Во-первых, авторитете науки и ученого. Во-вторых, содержание самой науки. У каждого обыденного сомнения есть свое активное «потому что». Формула простая: я сомневаюсь, потому что у меня есть некая догма. Такое сомнение не является, собственно, сомнением. Оно есть лишь инструмент догмы для укрепления самой себя. Такое сомнение свойственно всем обывателям, включая ученых и сайентистов. Оно не является настоящим сомнением. Сомнение скептика не базируется ни на чем. Все. Здесь тоже довольно просто. Да, обыденное сомнение: я сомневаюсь, потому что... Там, я не знаю, я сомневаюсь, что светит солнце, потому что я вижу, что светит луна. Там, я не знаю. Допустим, такое странное утверждение, да, получилось. Я сомневаюсь, что эту чашку сделан гончар, потому что на ней написано, там, не знаю,
фабрика, на которой оно изготовлено. Я сомневаюсь. А вдруг гончар написал фабрика, название фабрики? Может быть, и написал. Может, странный гончар, который сам считает себя фабрикой. Важно понимать, что скептицизм – это намеренно неуязвимая позиция. Некоторые упрекают скептицизм за то, что он является своеобразным отсиживанием в домике, как говорится в одной детской игре. Мол, это такая позиция, которая является намеренно неуязвимой и некритикуемой. Скептицизм критически относится к логике, языку, аргументации, математике и многим другим инструментам человечества. Но сам не подставляется под удар. Проблема в таких рассуждениях заключается в том, что люди не понимают явного отличия скептицизма от всего остального. Скептицизм – это не позиция. Скептицизм – это отсутствие позиции, то есть выход за пределы мнений. Не вижу никакой необходимости применять нормы убеждений, утверждений и позитивных философских течений на то направление, которое принципиально не руководствуется убеждениями и утверждениями. Философия скептицизма – это философия, которая не направлена на истину. Абсолютно неграмотно и нелепо ставить ее в один ряд с теми философскими течениями, которые на истину претендуют, и требовать от скептицизма тех же самых норм с точки зрения логики и аргументации, в которых скептик, к слову, априори сомневается. Конечно же, абсолютных доказательств логики и аргументации никто предоставлять не будет. А также никто не докажет, что всякий, включая скептика, должен ими пользоваться. Поэтому, ну, мы опять же здесь честны. У нас совесть у скептиков абсолютно здесь будет честна. К сожалению, люди многого не понимают. И это очень сильно нас печалит. Вот такой лекционный материал, друзья. Мы с вами разобрали, что такое скептицизм по статьям и какие проблемы в понимании скептицизма могут возникнуть у разных людей. Надеюсь, что вам понравилось. Заходите на сайт octalib.com, заходите на мою страницу, пересматривайте другие видео, заходите ко мне непосредственно на канал, смотрите мои, прошу вас, обязательно, да, смотрите мои стримы и, конечно же, друзья, поставьте лайк этому видео и лучше всего оставьте комментарий, тогда вы очень сильно мне поможете. Всего доброго, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. До свидания.